Одной из участниц ежегодного фестиваля «Танец во благо» Анастасии 16 лет. Она пришла побороться за первое место среди танцоров. Говорит, что начинать год с благих дел – это очень хорошо. Девушка танцует уже 5-й год и активно принимает участие в разных конкурсах и фестивалях. Я увидела когда-то на телевизоре «Шаг вперед», и меня это очень сильно вдохновило, что я тоже решила так хорошо танцевать. И я увидела объявление моего тренера о наборе студии Team Park, и я решила пойти, и мне понравилось, мне нравится до сих пор. В канун старого Нового года в культурно-спортивном центре «Мечта» было многолюдно. Хип-хоп, локинг, джаз-фанк и паппинг – эти и другие направления представили более сотни человек со всей области. Возраст участников баттла от 6 до 16 лет. Но цель фестиваля – не только показать свои навыки и умения. Он проводится для того, чтобы помочь тем, кому это необходимо. На этом фестивале мы впервые поддерживаем точечно танцовщицу Анну Смирнову, шугу-маму из Санкт-Петербурга. Она нуждается в лечении, она больна раком, она нуждается в лечении. И вот танцевальная, скажем так, тусовка поддерживает ее, в том числе и мы совместно. Наша школа танцев «Team Park» и школа танцев «Дивизион». В «Мечте» мы делаем такое мероприятие. Фестиваль состоял из нескольких этапов. Сначала разминка, мастер-класс, затем отбор на баттл для выявления лучших танцоров, которые хорошо себя проявили в танцевальном кругу, а далее сам баттл и финальное выступление артистов и танцоров. Фишкой организаторы назвали систему отбора лучших участников. Если в обычном баттле судьи объявляют заранее, и все знают, кто они, то здесь принципиально другая система отбора. Здесь есть общий джем, в течение которого участники могут показать себя, а судьи, никем не узнанные, ходят и раздают им некие браслеты, которые говорят о том, что прошел ты дальше в баттлы или не прошел. Проигравших нет. Каждый из участников совершил благое дело, поддержав человека, который нуждается в помощи. Более 30 тысяч рублей, собранных на фестивале, переведут на счет танцовщицы Анны Смирновой. Мы планируем это делать и в дальнейшем. Мы хотим с нашим социумом, нашим танцевальным сообществом помочь людям. Также у нас есть еще интересные проекты, о которых вы узнаете чуть позже, немножко интриги. И мы хотим не только помогать фондам, мы также хотим и помогать нашему региону. Елена Морозова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».